Выхаживать недоношенных детей в Челябинске начнут по новой технологии. Малыши будут жить не в отдельных палатах, а вместе с матерями. Специальное отделение открыли в Ленинском районе после капитального ремонта. Носить малышей на процедуры мамам теперь не придется. Медики необходимое оборудование сами принесут в палату. Например, передвижной рентгеновский аппарат. А это палата интенсивной терапии для самых тяжелых случаев, когда младенец весит меньше килограмма. Аппараты здесь поддерживают необходимую температуру, следят за поступлением кислорода. Кормят детей с помощью капельниц. Рядом кабинет с новым аппаратом УЗИ. Он позволяет на ранних стадиях найти патологии головного мозга и позвоночника. На капитальный ремонт и обновление оборудования центр потратил 26 миллионов рублей. Принимать здесь будут недоношенных детей не только Челябинска, но и области. Дети транспортируются реанимобилем. Реанимобиль оснащен транспортным кювезом. Там есть дыхательная поддержка в случае необходимости и всегда в сопровождении врача, анестезиолога, реаниматолога.